Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы BookInform. В студии Павел Белявский. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей. Расскажем и о новых, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. О мужестве, стойкости, о верности долгу тех, кого выбрало время. Брещина вспоминает и чествует воинов-интернационалистов. В жизни и в мирное время всегда есть место подвигу. Брестский спасатель спас жизнь 4-летней девочки во время пожара. Волшебники изумрудного города на Кобринской земле. Или все о сказке, которая создается на фабрике игрушек Полесье. Любовь в ритме танца, о страсти, любви и семейной жизни с белорусским колоритом. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. 15 февраля 1989 года последние советские воинские части покинули территорию Афганистана. Так закончилась почти десятилетняя война. Через ее горнило прошло более 30 тысяч белорусов, из которых 771 солдат не вернулся домой. Человеческая память, как правило, коротка, и время стирает события, успокаивает чувства и притупляет боль. Но только не в случае самых жестоких и антигуманных, на которые способен человек действий – военных. И сегодня, спустя четверть века, никто из тысячи солдат, ушедших защищать и оберегать чужую землю, не забыт. По всей республике, в том числе и в городе над Бугом, в канун памятной даты проходят мероприятия, посвященные окончанию боевых действий. О мужестве и стойкости, о верности долгу, о памяти. Материал Анастасии Стропко. 9 лет и 51 день. Почти 14 тысяч погибших и более 50 тысяч раненых советских солдат. Таковы сухие цифры статистики войны в Афганистане. А за ними стоят миллионы искалеченных человеческих судеб, полных боли, страданий, горя и потерь. Сегодня, спустя не одно десятилетие, чувства воинов-интернационалистов, а также родных и близких тех, кто не вернулся домой с чужой воюющей земли, не стали менее острыми. Они понимают, что память – это единственная возможная связь с друзьями, однополчанами, сыновьями и мужьями, которые погибли, свято выполняя свой воинский долг. Поэтому каждый год в преддверии знаковых дат на Брещине, как и по всей стране, проходят памятные мероприятия. Мы сегодня должны вспомнить тех, в первую очередь, кто не вернулся с той войны, кто остался там за речкой, кто погиб, отдать им, в первую очередь, дань памяти. Мы не должны забывать тех родителей и вдов, которые остались, живут, кто растит внуков, кто еще растит детей, им помогать, в чем есть необходимость. Ну и многие ребята уже, которые, значит, воевали, ведь вы посмотрите, мы же не молодеем, мы же стареем. Время идет, оно не стоит на месте. Это самому молодому, когда был вывод, было, наверное, 19-20 лет. Прибавьте 25, а сколько будет? Посчитайте, под 50 лет. В Бресте мероприятия начались с возложения цветов к обновленному памятнику воинам-интернационалистам. В церемонии принимали участие представители областной и городской вертикали власти, ветераны, а также родные и близкие воинов. В своих обращениях каждый из выступающих особо подчеркивал тот факт, что в далеком Афганистане советские солдаты проявили самые лучшие человеческие качества – мужество, стойкость и благородство. Мы сегодня присутствуем на обновленном памятном месте, которое уже является центром военно-патриотической работы с молодежью города Бреста и прежде всего Московского района. Именно здесь, на этой площадке, мы будем закладывать новые традиции в работе с нашим молодым поколением, чтобы та страшная война, которая была, в которой участвовали наши белорусы, была не крайней, а последней. За время, прошедшее с момента вывода из Афганистана советских войск, их действиям давались неоднозначные оценки, но для родной страны и для народа воины-афганцы навсегда останутся настоящими патриотами. И в первую очередь ими гордятся и будут гордиться родные и близкие. Невероятно тяжело представить себе чувства матери или жены, которые отправляли на войну своих сыновей и мужей. Всю боль и страдания тех, кто оставался ждать, но не переставал надеяться и верить. И всю скорбь тех, кому пришлось встречать груз 200. Их невероятно сила духа и стойкость не перестают удивлять и сегодня, наверное, благодаря тому, что им было у кого учиться силе духа и преданности до конца. Афганистан – это наша боль. Боль на всю оставшуюся жизнь. 25 лет прошло, выросли наши дети, подрастают внуки, но нашим родным и близким не суждено было вернуться с той войны к родному порогу. И память о тех, кто погиб и не вернулся в мирное время, будет вечно.
На торжественном собрании в общественно-культурном центре были вручены грамоты и благодарственные письма за активную гражданскую позицию и в связи с 25-летием вывода советских войск из Афганистана, а также присвоенные внеочередные воинские звания офицерам запаса. Вручая награды, губернатор региона Константин Сумар подчеркнул, что люди, которые прошли Афган, никогда сами не просят о помощи, а потому государственная поддержка таких семей работает на постоянной основе, и в канун памятных дней все ветераны и семьи погибших получат материальную помощь. Они имеют определенно каждый льгот, и тем более мы всегда ежегодно стараемся выплачивать определенную материальную помощь и для всех тех, кто участвовал в афганской войне, и тех, кто погиб там. Поэтому тоже в этом направлении мы очень стараемся многое делать для того, чтобы в какой-то степени скрасть, если можно так сказать, все то, что надела афганская война. Ветераны, которые принимали участие в памятных мероприятиях, признаются, что такие дни для них – важная часть жизни. Война, которая так много забрала, все же оставила что-то хорошее. Она подарила настоящих, верных и преданных друзей, встречи с которыми с каждым годом все нужнее. Боевые испытания духа, стойкости и мужества – самую точную и самую главную проверку на прочность они когда-то прошли все вместе. А потому и в мирное время стараются не терять друг друга из вида, помогая и поддерживать. И афганское братство не просто слова, а образ жизни и мысли людей, которые, увидев самое страшное проявление человеческой сути, дорожат каждым мгновением и понимают, что мирное небо, здоровье и покой родных людей – самые главные и важные ценности в жизни. Чтобы наше подрастающее поколение все-таки помнило, что ценило жизнь, ценило мир, то, что мы сегодня, чем мы сегодня живем. Поэтому дата там серьезная, она, конечно, скорбная дата. Это день памяти, поэтому так она названа. В первую очередь, это радость в том плане, что мы вышли живыми. Горечь в том плане, что мы потеряли своих друзей. Все-таки больше 15 тысяч молодых парней осталось на территории Республики Афганистан. Это горе для матерей, горе для близких. Для нас тоже, потому что во время выполнения боевых заданий они были рядом, и через какое-то мгновение их уже не было. Поэтому это мероприятие для нас как и радостное, так и горестное. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Афганская война уже история, но по сей день причины и итоги ее продолжают волновать и тревожить людей. 15 февраля. Этот день отмечен как День памяти воинов-интернационалистов и как День скорби для тех, кто продолжает любить тех, кто погиб. Святая обязанность каждого из нас хранить память о них, как о верных сынах отчизны. В жизни всегда есть место подвигу. Кто-то скептически усмехнется, услышав эту фразу, но ведь это действительно так. Примеров подтверждений тому очень много. Люди, которые спасают жизни других людей, не задумываясь о том, какому риску подвергают свою собственную жизнь, находятся рядом с нами. Это наши соседи, приятели, друзья друзей. Герои нашего следующего сюжета выполняли свой служебный долг. Для них это просто работа, в результате которой спасены две человеческие жизни. Каждая секунда на вес золота, говорят брестские пожарные спасатели. Каждая секунда промедления может стоить жизни человеку. Поэтому слаженность действий всей команды и каждого в отдельности – залог успешного исхода той или иной чрезвычайной ситуации. Когда 13 февраля в районе 22 часов на пульт диспетчерской службы МЧС поступило сообщение о задымлении в доме по Орловской города Бреста, пожарный расчет сработал мгновенно. Через короткий промежуток времени команда спасателей была на месте. Уже на месте узнали, что в квартире находится ребенок. По прибытию мы увидели, что нас встречает женщина пожилая. Вот, увидели, что идет дым с окна. И она начала кричать, что в квартире находится ребенок, девочка, 4 лет. Вот, после этого мы приступили к поискам ребенка. Что стоит сказать, что квартира 4-комнатная была, и были сложности, чтобы обнаружить ребенка, потому что было плотное задымление, огонь был в кухне, в коридоре. Вот. И мы составили звена, начали искать девочку. Вот. И нашли ее, потом вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Весь личный состав, работающий на пожаре, действовал как одно целое, как одно звено. И без слаженных, без четких действий
ну, могла быть трагедия. Девочка осталась жива именно слаженным профессиональным действием личного состава Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Времени для раздумий не оставалось. Юрий Кузьмицкий вместе с коллегами оказался в квартире, в которой уже бушевал огонь. Поиском 4-летней малышки мешал сильный дым. Именно Юрий отыскал в 4-комнатной квартире девочку, которая была без сознания. Именно Юрий надел на нее спасительную маску. Как отмечают врачи, все сделано было вовремя. Еще несколько минут, и девочку спасти не удалось бы. Поступила девочка вчера вечером в состоянии средней степени тяжести. Проведен был сеанс гиперборической оксигенации, после чего ее состояние нормализовалось. Сегодня она уже была переведена в общесоматическое отделение. Конечно, хотелось спасти ребенка. Дать жизнь ребенку. Я думаю, что вчера у него был второй день рождения. Страшно? Ну, образ жизни такой. Страшно, конечно, я совру, что не страшно. Но страх как бы уходит на задний план, когда выполняешь такую работу. Об этом думаешь в последнюю очередь. В первую очередь за спасение другого. Ну да, конечно. Вам тяжело сейчас говорить вообще? Ну так, не особо легко, можно так сказать. Девочка осталась жива лишь благодаря слаженности работы всего пожарного расчета. Это самое главное. Но в квартире, в которой произошло возгорание от взорвавшегося холодильника, которому, кстати, лишь 3 года, не повезло. Сегодня она напоминает место боевых действий. Юрий Евгеньевич, большое вам спасибо за то, что мне спасли ребенка. Дай вам Бог здоровья, счастья и удачи в жизни. Никогда вообще ничего не было. Резко загорелась проводка и взрыв. Все. Я за 22 года, я даже не знала, даже не предполагала, что такое может быть. А вы где были? Я на работе была. Я подхожу, стоит 8 машин пожарные, 2 машины скорой. Я никогда не могла подумать, что такое может быть с моей квартирой. И вот результат. Главное, что ребенок жив. Слепой азарт заставляет любителей зимней рыбалки выходить на лед, несмотря ни на погодные условия, ни на какие-либо предупреждения. Риск, конечно, благородное дело, но не в этом случае. Сейчас, когда морозы практически исчезли, а днем держится плюсовая температура, найти прочный лед невозможно. Поэтому такие риски приводят к печальным последствиям. Белое озеро в Березовском районе пользуется печальной славой. Утонувших в нем немало, особенно зимой. Водоем находится недалеко от гидроэлектростанции, поэтому теплое течение размывает лед. Он даже в морозы достаточно хрупок. Местные жители знают, чем чревато такое расположение, и стараются зимой в этом месте не рыбачить, как бы сильно оно ни промерзло. 9 февраля именно на Белом озере 2 рыбака провалились под лед. Одного из них спасли местные жители, второй так и не принес домой улов. Его ищет и освод, и спасатели. Поиски ведутся уже в течение недели. К сожалению, безрезультатно. Происшествие произошло вечером, в воскресенье, при плохих погодных условиях. Был сильный туман, поэтому человек один, которого спасли, затрудняется точно указать место, где произошло данное событие. Поэтому, исходя из того, что было указано место на воде, выставлены буи и работают 2 группы водолазов. Проработано уже более 300 квадратных метров тщательно, и постепенно зона поиска увеличивается с целью найти пострадавшего. Хотелось бы пошутить, но в данном случае не до шуток. В то время, когда на Белом озере активно велись поиски утонувшего, еще 2 любителей захотели половить рыбку. Исход предсказуем. Провалились под лед. Если бы в то время, в том месте не находился Владимир Лайтер, старшина Белоозерского спасательного поста «Освод», выбраться одному из них не удалось бы. Пришлось ползти, уже снял верхнюю одежду и пришлось ползти. Вот. Этому человеку, который был с рыбаком, один уже полынье, а другой возле него там недалеко, 10 метров, на льду лежал. Я этому кинул круг спасательный, который на льду был, а тот уже кинул тому круг, потому что далеко еще был. Вот. Тот за это время, покуда я подползал, одел на себя круг под руки, вот. И я подполз ближе, и стали кидать этот самый конец Александрова. Так, веревка называется. Вот. Но тот кое-как зацепил за себя, хотя уже говорил, что не могу, руки не работают уже, но зацепил. В случае, если вы находитесь на льду, безусловно, необходимо иметь при себе средства спасения на воде. Как минимум, это спасательный жилет.
Особо хочется отметить тот факт, что рыбак, который был спасен на Белом озере 9 февраля, имел на себе спасательный жилет. И это помогло ему продержаться до прибытия помощи. К сожалению, не все рыбаки зачехлят свои удочки, даже узнав о реальных случаях гибели реальных людей. Поэтому председателем Березовского райисполкома объявлен официальный запрет ловли рыбы на Белом озере вплоть до того момента, пока водоем полностью не растает. Единственный способ избежать очередных жертв. Но это не значит, что на остальных водоемах можно спокойно рыбачить. Лариса Осмолович, Кристина Купрякова, Кирилл Липовик, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. «40 минут с губернатором». Под таким названием вышел первый выпуск программы с участием председателя Брестского облсполкома Константина Сумара. Я буду знакомить вас с работой областной вертикали власти. Это слова главы региона, открывшие цикл новых программ. Руководитель области в начале выступления отметил важность общения с жителями региона в любой форме. Будь то личные приемы граждан, прямые телефонные линии, выступления в средствах массовой информации. Диалог с народом позволяет сделать срез болевых точек, поскольку иногда за личным обращением стоит общая проблема, которую нужно обязательно решать. Обращаясь к жителям Брестского края, Константин Сумар подчеркнул, что выход программы обоснован, поскольку не всегда получается дойти до каждого человека. Поэтому было принято решение подключить наше телевидение. Периодически в программах глава региона будет знакомить жителей с основными проблемами, которые решает областная вертикаль, и планами на будущее, а также предпринимаемыми мерами по разрешению поступающих обращений. Первый разговор в новом формате был посвящен итогам ушедшего года. Константин Сумар отметил, что основные усилия власти были направлены на укрепление экономики, от которой зависит стабильное функционирование социальной сферы и своевременное решение других вопросов, определяющих комфортность жизни людей. Предполагается, что программа с участием председателя облсполкома «40 минут с губернатором» станет регулярной и будет выходить на областном телевидении с периодичностью раз в месяц. По словам пресс-секретаря председателя Брестского облсполкома Татьяны Гагаковой, цитата, «это был пробный шар. В будущем мы планируем менять формат и тематику передач. Следующая, по всей видимости, будет основываться на анализе и итогах обращения граждан. Возможно, в программе появится ведущий. В любом случае, будем стараться делать передачу интересной». Интересный. Конец цитаты. В эфире нашего канала смотрите программу «40 минут с губернатором» завтра, 16 февраля, в 19 часов 20 минут. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. В минувшем году на строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения Брестской области было выделено 226 миллиардов рублей. На эти деньги закуплено новое оборудование, проведен ремонт и обновлен автопарк учреждений здравоохранения всей области. Проводимые мероприятия уже доказали свою эффективность. Многие показатели, в числе которых рост рождаемости и уменьшение смертности населения на Брещине, лучшие в республике. Об этом шла речь на коллегии здравоохранения с участием заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого. В этом году областное заседание прошло после проведения республиканской коллегии, что позволило скорректировать задачи и варианты их решения с учетом утвержденных прогнозов и расчетов. Наша область на достаточном уровне обеспечена больницами, поликлиническими учреждениями и аптеками. Но здравоохранение – это сфера, в которой модернизация для нормальной работы должна проводиться практически непрерывно. Модернизация материально-технической базы, а также улучшение технологической составляющей лечебной процесса необходимые условия развития медицины области. Сегодня мы еще раз акцентируем внимание на тех проблемных вопросах, которые стоят перед системой здравоохранения области и которые будут требовать и большего внимания власти в части выделения финансовых средств, большего внимания медицинских работников в части приложения усилий для улучшения качества и доступности медицинской помощи, ну и больше внимания и всей общественности по привлечению внимания всего населения к проблеме сохранения здоровья. Среди масштабных проектов наступившего года завершение строительства онкологического диспансера, реконструкция корпуса областной больницы, а также перенастройка
перинатального центра, продолжении строительства нового корпуса родильного дома в Барановичах. На выполнение этой программы требуется немало денежных средств, наличие которых напрямую зависит от работы реального сектора экономики. Накануне годовщины вывода советских войск из Афганистана председатель городского исполнительного комитета Александр Полышенков встретился с вдовами и матерями погибших воинов-интернационалистов. Участники мероприятия, приглашенные женщины и представители Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, почтили память героев и обсудили насущные проблемы. Война – это не заживающая рана на сердце каждой вдовы и матери. Поэтому сегодня оказание поддержки на уровне государства и города – задача, которая успешно выполняется на протяжении долгих лет. Впервые на Брещине зарегистрирован случай кражи виртуального танка. За последние 2 года это уже 3-й факт угона виртуальной боевой машины в области. Но уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации ранее не возбуждали. В этот раз сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий связались по данному факту с разработчиками игры, в ходе чего выяснилось, что на украденном танке ведет бои житель Московской области. По нашему закону, статья 349, там в зависимости от ответственности, там от него, в зависимости от причиненного ущерба и других квалифицирующих признаков. Она статья альтернативная, там от штрафа до лишения свободы на определенные сроки. Насчет российского законодательства, там у них есть похожая статья. Каждый год в Брестской области в управлении внутренних дел выбираются лучшие по профессии сотрудники милиции. Таковых стражей порядка на Брещине немало. В этом году на мероприятие было приглашено более 40 человек. Каждый из них достойно несет службу и качественно выполняет свои профессиональные обязанности. Кроме того, на мероприятии присутствовали курсанты. Для них встреча с лучшими милиционерами области – хороший стимул оказаться в их числе в будущем. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. При слове «игрушка» мы невольно вспоминаем детство. Ведь наверняка у каждого из нас был тот заветный плюшевый медведь или кукла, с которыми мы уютно засыпали. Игрушка и сегодня остается одним из самых желанных подарков для детей. В нашей стране и регионе волшебником изумрудного города выступает Кобринская фабрика игрушек Полесье, которую по праву можно назвать миром детских грез. 9 марта предприятию исполнится 16 лет. Несмотря на свой юный возраст, компания прочно стоит на ногах и является крупнейшим производителем игрушек из пластмассы в СНГ. Накануне дня рождения фабрики наша съемочная группа побывала в самом центре игрушечного мира Полесье и узнала, какой путь проходит игрушка, прежде чем попасть в руки малышу, и какие планы есть у руководства предприятия на этот год. Смотрите материал Виктории Драгобецкой. Сегодня игрушки Кобринской фабрики Полесье покупают в 30 странах мира. А все началось с этого станка. Именно здесь была изготовлена первая деталь игрушки. Именно этот станок 16 лет назад стал отправной точкой для 18 энтузиастов, которые поверили в успех своего предприятия. Кстати, первой игрушкой, выпущенной на Полесье, была разноцветная пирамидка. Шло время, увеличивался производственный потенциал фабрики. Продукцию Полесье все больше узнавали в разных странах мира. Сегодня в Беларуси львиная доля игрушек из пластмассы приходится на Кобринскую фабрику Полесье. Ежегодно 30% выпускаемых машинок, самосвалов, пирамидок, песочных наборов и прочих забав обновляется, благодаря тому, что каждый день огромное количество человек трудится над исполнением игрушки мечты любого ребенка. Коллектив наш значительно вырос за эти годы. Сегодня уже на предприятии работает 2300 человек. У нас 36 структурных подразделений. Выпускает предприятие уже более 1300 наименований. Это детская игрушка из пластмассы, товары бытового назначения, которые с большим желанием приобретают в 30 странах за рубежом. В прошлом году пластмассовые конструкторы, игрушечные мастерские и солидные самосвалы попали в руки детей стран Нового Света. И география поставок постоянно расширяется. Составляющими такого успеха и популярности у зарубежных потребителей является качество, помноженное на грамотную маркетинговую политику, профессионализм сотрудников и постоянное обновление технического оборудования ведущих производителей Европы. Модернизация на Полесье проходит поступательно и по последнему слову техники. Сегодня у нас австрийские термопласт-автоматы австрийской фирмы «Энгель», которые являются самыми передовыми на сегодняшний день, и они используются в производстве. В конце 2013 года на производство было закуплено электромотоциклы, которые, соответственно, облегчили работу как кладовщикам, так и контролерам качества по вывозу полуфабриката на склад
временного пребывания. Прежде чем попасть в руки ребенка, игрушка проходит сложный путь. На ее создание уходит от 3 часов до полугода. Все начинается в так называемом мозговом центре, где инженеры-конструкторы разрабатывают модели с учетом всех нюансов касаемо безопасности изделия. Затем на 3D-принтере происходит выращивание живой трехмерной модели, образец которой отправляется в самое сердце предприятия – производственный цех. Именно здесь, на современном оборудовании, создаются детали для будущей игрушки. И, наконец, в сборочном цеху, благодаря работе прекрасной половины человечества, рождаются объекты детских мечтаний. Наверняка многих пап и мам интересует степень безопасности кобинских игрушек. Ведь не хочется повторять печальный опыт китайского ширпотреба. Мы не используем непроверенное сырье, мы не используем вторичное сырье, мы используем только качественное первичное сырье. То есть для того, чтобы ни в коем случае это не навредило не только деткам, также при производстве мы занимаемся производством и товаров бытового назначения. Это может быть использовано в пищу, то есть наши изделия могут использоваться в качестве там различных емкостей для хранения, и это должно быть только первоклассного качества. Качество – наш успех и благополучие. Основной девиз предприятия распространяется не только на технологию производства, но и на социальную сферу предприятия. Примечателен тот факт, что на всех рекламных фото компаний моделями выступают дети работников Полесья. Кроме того, весомый социальный пакет, возможность заниматься спортом, посещать концерты и футбольные матчи, заниматься самодеятельностью – все эти факторы социальной политики привлекают людей, которые платят руководству той же монетой. Очень интересная работа, поэтому, наверное, негатива нет вообще в такой работе творческой. Ну, как у всех художников, я думаю. По-другому сказать нельзя. Как вообще по поводу заработной платы устраивает? Отлично, да, устраивает. Люди ответственные. Они приходят туда заработать деньги. И к тому же у многих есть дети. Они знают, что эта игрушка попадет в руки их детей. Она должна быть качественной и красивой. Качественная продукция завоевала уважение западных партнеров. Сегодня Полесье приобрело несколько европейских предприятий-брендов, таких как немецкий Вадер, итальянский Кавалина. Это позволило занять свою нишу на рынке Старого Света. Сегодня в планах начать строительство нового, более современного завода. Безусловно, его создание станет очередной знаковой вехой в развитии игрушечного мира детских грез. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявко, Антон Луговкин специально для итоговой программы. О любви не говорят, о ней все сказано. Но все-таки как хочется говорить и говорить об этом великом чувстве. О нем пишут в прозе, слагают великолепные стихи, снимают тысячи кинофильмов, которым сочиняется великолепная музыка. А сколько праздников выдумывает народ, чтобы еще раз поговорить о любви во всеуслышании. День признаний и объятий, день поцелуев, день влюбленных. «Все счастливые семьи счастливы одинаково», — сказал некогда великий Лев Толстой. А вот влюбленные влюбляются по-разному. Кто-то находит вторую половинку еще в школьные годы, кого-то на паре в институте озаряет. Вот она, так долго жданная любовь. А вот героев нашего следующего материала связала музыка и танец. О страсти, любви и семейной жизни в ритме латино и бачатанго, но с белорусским колоритом, смотрите прямо сейчас. Они с детства любили танцевать, считают танец искусством с большой буквы сегодня, но даже в самых счастливых снах не могли предположить, что именно танец соединит их в одно целое. Итак, знакомьтесь, счастливые супруги Алексея и Татьяны Прокопенковы. Именно на танцевальных вечеринах познакомились, но стали встречаться чуть позже, приглядывались друг к другу. Так, друг на друга немножко поглядывали, да. Но так, ну, не особо. Как-то очевидно. Так познакомились, некоторое время еще прошло. Присмотрелись друг к другу. И однажды все-таки мы разговорились, и пошло там слово за слово, одно за другим. Да, и потом все началось. И первое свидание у нас было на следующий день после Лешиного дня рождения. Мы пошли в ботанический сад. В Минске. Да, в Минске как раз цвели цветы, это был конец мая. Замечательная погода. Ну, как-то вот, наверное, мы присмотрелись поближе друг к другу наконец-то. Цветы помогли. Помогли, да. Этот запах весенний, правда же? Да. Цвели как раз рододендроны, очень красивые цветы. И на следующее свидание Лёша пришел с веткой рододендрона. Просто мы, наверное, именно вот нашли друг друга, именно вот тот человек, Лёша
вот именно такой, как мне надо, а я именно, наверное, такой человек, как ему надо, да? Да, да, да. Мне нужно Татьяне, какой Татьяне надо, какой Лёша? Мне нужен романтик обязательно, должен быть заботливый очень человек, внимательный. Ну, я в этом плане очень требовательна, наверное, да? Да, да. Всё шло, как у всех, но всё было овеяно ароматом тех первых рододендронов с привкусом латинских танцев, которые, по сути своей, несут очарование любви, страсть и налёт некого романтизма. Но, несомненно, были и общие интересы. Они вместе ездили на танцевальные фестивали, участвовали и побеждали. Была учеба и работа, но всегда и во всем, поскольку люди они такие, была романтика. Они постоянно удивляли и удивлялись друг другу. Когда человек удивляет тебя, приятно удивляет, ты по-настоящему влюбляешься в него все снова и снова и снова. И как бы это чувство постоянно возрастает. Вот поэтому тяжело выделить что-то одно такое конкретное. Да, с первого взгляда полюбить очень сложно, потому что человека надо узнать для того, сначала чтобы... симпатия, да, ты не знаешь, кто-то человек к нему по-настоящему почувствовать. Нельзя полюбить человека просто за внешность. Хочется узнать его именно внутренний мир. Всему свое время, говорят в народе. Пришло время, когда сомнений у Алексея не осталось, и он сделал предложение Татьяне. По всем законам киношного жанра. Его принцесса ждала принца, и принц появился на белом коне. Вы знаете, это в самом деле была как сказка. Здесь собралось столько людей. Представляю. Да, со всех окон выглядывали. Когда Леша подъезжал на лошади, он был с большим букетом цветов. Вот. Был в букет вставлен цветок искусственный, где находилось кольцо. Вот. Таня тоже изначально не заметила это кольцо, а потом там было столько восторга, столько эмоций, да. Вот это все было тоже очень неожиданно. Когда точно созрела мысль, что она будет моей женой, да, я точно сказать не могу, потому что оно зарождалось очень постепенно. Ну а по поводу коня, я люблю все необычное и сказочное. Хотела сделать все так, как... ни у кого. Да, чтобы я не сказала ни за что, да? Да, Таня думала постоянно, что скажет, ну я подумаю, посмотрим. Не получилось, застали меня врасплох, просто до слез растрогали, а я не смогла сказать нет. Принцесса. Ну, любая девушка хочет сказку, наверное, просто об этом Лёша и подумал. Захотел сделать сказку для меня. Да, Таня очень любит сказки красивые, поэтому я воплотил ее желание, можно сказать. Просто он романтик настоящий. Сегодня Таня с Лешей с умилением вспоминают свою свадьбу. Все было как во сне. А через положенное время у молодой четы Прокопенковых родился маленький Ванечка. Сегодня он главный человек в их семье. Встречали дружно из роддома с бабушками и дедушками, друзьями и сотоварищами. Как каждый молодой отец, Леша очень волновался. Дело понятное, родился первенец, наследник. Я очень рад, что я наконец-то забираю их домой. Я по ним очень соскучился. Я счастлив. Танюша, у вас что пожелаете своему Ивану? Ой, расти здоровеньким, крепеньким и танцевальное настроение всю жизнь. Идти по жизни в танце. Сегодня Иван Прокопенков – главный человек в семье. В меру криклив, в меру требующий маминого и папиного внимания. Избалован друзьями Тани и Леши. Девчонки приходят понянчиться. Но все дела семейные супруги решают сообща. Все у них спорится и все получается. Говорят, нужно уметь распределять правильно обязанности. А рационализаторы. А еще они успевают дома проводить репетиции. Ведь Татьяна руководит студией социальных танцев Face to Face. Так что, не отходя от сына, вместе с мужем отрабатывают новые движения, повторяют старые, так сказать, чтобы быть в форме. И я думаю, что я не совру, если скажу, что абсолютно у каждого человека, который вот занимается в нашей студии, есть такое стойкое ощущение, что если вдруг что-то произойдет, нужен будет какой-то совет или помощь. Или, ну вот просто нужно поговорить, выговориться, вот все надоело, ты устал, все раздражает. Вот в любое время можно позвонить или Тане, или Лёше, и они... обязательно идут минутку, да, или там большее количество времени, чтобы тебя поддержать, выслушать. Основное, что их связывает, это любовь, и все вот эти проблемы где-то мелкие, они с такой грамотностью их все решали, с такой мудростью через все это проходили, вот, только люди, которые любят друг друга, могут решать все это с такой действительно мудростью, потому что это ведь все дается с опытом,
с каким-то возрастом, они ведь молодые совсем. В присутствии предметы любви не имеют самые смелые уста и остаются невысказанным. Именно то, что так хотелось бы сказать. У Алексея и Татьяны Прокопенковых есть что сказать, и они не стесняются признаваться в любви друг другу каждый день. Мы очень счастливы, у нас есть все, что нужно для счастья. У нас есть ребенок маленький, у нас есть любимое занятие, у нас есть как бы мы есть друг друга. Да, самое главное, что мы есть друг у друга. Мы друг друга любим. Поддерживаем друг друга. Я люблю тебя. Ты самый дорогой мне человек. Я тебя люблю, солнышко. Я так рада, что мы встретили друг друга, что у нас настоящая крепкая семья, любящая. Спасибо тебе за это. Лариса Осмолович, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Дарите любовь вашим вторым половинкам всю жизнь, а не только один день в году. И тогда в сердце у вас будет вечная весна. Вы смотрели итоговую программу BookInform, и это все то, о чем хотели вам рассказать наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Book TV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20 63 67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели просмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В воскресенье 16 февраля ночью большая часть страны останется в поле повышенного атмосферного давления. В Брестской области в этот воскресный день ночью будет преимущественно без осадков. День отличится переменной облачностью с преобладанием солнца, а вот ночью и утром ожидается густой туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в ночные часы 0 плюс 2 градуса, днем до 5 выше нуля. В понедельник 17 февраля ночью Беларусь останется в зоне атмосферного фронта, смещая на восток страны. Ночью и утром на большей части Брестской области пройдут кратковременные осадки. Утренние часы будут отмечены туманом и гололедицей на дорогах. Температурный фон понедельника будет колебаться в пределах 0 плюс 6.